Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скип, мы продолжаем играть в Overwatch, само собой, да, у нас Kings Row. Готовьтесь к бою. А да, мы в обороне. И что у нас есть? У нас есть толстяк. Турбосвин, вернее, да, у нас есть Мерси, Ханза, гном наш Торнберн. И кто-то еще не определившийся, нифига. Фара. Хорошо, ладно, сойдет. Более чем. Так, а где Торнберн? Так, ты сюда, что ли, свою фигню воспкнул? Не самое лучшее место, ну ладно. Там Гэнди есть. Так, Фара, не летай, пожалуйста. Ой-ой-ой, какой хитрый. Окей, у меня есть свой личный хил. Бежи, тупырь. Да-да-да-да. Сейчас. Убили, отлично. Полюбили в последнее время брать тут и Гэнзи всяких. Идите сюда, поправьте здоровье. А вон опять он, тупырь. Так, окей. Пытаются обойти нас там с разных сторон. Я тебя вижу. Фак! И он меня. Я не ожидал, что это Макре, думал, это Фара там забежала. Боль. Он услышал меня. Да, подонок. Свою комбо-момбо вымутил. Блин, их Макри. Это плохо. Ну да ладно. Терпимо, но плохо. И они там что-то пытаются... захватывать? Тоже не очень, да? Окей. Тоже нормально. Так, гном, давай хиляться. Ах ты ублюдок. Макри, я тебя теперь до конца жизни запомню. Ты ж гадина. Ау! Толстый! Кто так делает? Ну окей. Че, у них ничего не поменялось? Вроде пока по пику ничего не поменялось. Ну плохо, плохо, что толстопуз меня словил. Ладно, зато ульта есть. Зато они захватили точку, жесть. Это плохо, это очень плохо. Вы у меня в прицеле. Так, у тебя снаряды должны кончиться. Так, Мерси. Фиг с тобой. Давайте-ка их прессовать по полной. Не давать ничего тут таскать. Хильтесь, хильтесь. Я в ударе. Нефиг, нефиг там бегать. Так, Макри, по-моему, ему досталось. В смысле? Это чё? Что за дела-то? Все, не юга уже, ничего не... Нормас. Кто напал? На защиту нашей хилочки. Отбежать. Хилка. О, началось. Какие вы хитрые-то, ребятишки. Толстенький.
Тебя сложно промазать, толстый сори. Блин, а. Ага! Не так-то просто все тут. Да чтоб тебе не попал. Герой, твою мать. Меня скосили таки. Фу, ну было напряженно. Как ты меня вообще нашел? Где-то там откуда-то выполз, а, гаденыш. И попал таки. Ну окей, главное, что мы их порисуем. Гном наш там дела творит. Но что-то она... О, у них что-то фара прям разошлась. Лады, у меня почти ульт зато зарядился уже опять. Только нас там всех отчекрыжили, да, наших? Ну, меня первым делом. Сняли. Потом всех там еще и остальных. Где все, ребятки? О, да, бегает там своими сюрикенами, машет. Это дофига плохо. Вы у меня в прицеле. Сопротивление подавлено. Так, я не понял, куда они? Так, хиль. Началось. И курая, и все на свете. Так, взорвали. Да, отхилилась. Еще и ливень в меня. 6. Фу. Ну что-то нас проталкивают. Проносят. Как-то что-то не так идет. Не по плану. Не находите. Так, отбил у желания у парочки. Макри издали не особо дамажит. У него дамаг скелится от расстояния по ходу пьесы. Так, поймал. Красавчик. О, мелочь. Здрасте. Да, ты достал. Чё меня-то сразу? Нам кого-то не хватает. Чего нам не хватает? Ну, вроде сейчас отбились, но, блин. Как-то тяжело идет. Очень тяжко идет. Да, хорошо бы. Так, главное к толстому опять не словиться, а то выйдет опять не очень. Идите сюда, поправьте здоровье. Иди лесом. Так, всех? Влетело.
Не спорю. Ну, начались твои расплаты, часы. Нафиг вообще все. Держим. Почти про... Толстенький, толстенький гаденыш. Нормас. Тварь, а. Все, норм. Фу, ну это было прям напряженно. Поначалу вроде как-то получше шло, но потом прям такой пот. Жесть. Лучший момент матча. Так, Бастион. Что ж ты сделал? Так. Сейчас расплата. А, ульту сорвал и надамажил. Ну понятно. Тут их вообще размагнитило всем, чем только можно было. А, на хилочке держи. Ну, неплохо, мне понравилось. Кингс Роу, мы в атаке. Да, где-то полдень, а мы в атаке. Все нормально, все как обычно. Пробуем за жнеца. В принципе, на этой карте за него можно неплохо так дела творить. Но... Все будет зависеть, конечно, от того, как наша команда будет играть, от того, как я буду играть на женице, от того, какие враги. Может, придется репикнуть. Ну да посмотрим. Тактика за женица, как правило, заходить куда-то в тыл, само собой. Ага. Чувак с крюком. Плохо. Турбосвин. Проблема, конечно, для женица, как ни крути. Ну, пробуем пока тыл. Кто у них там? Гном. Так, окей. Это не супер. Впереди турель врага. Турелечка. Турель тоже проблема, в принципе. Дыхание. Пока я в тыл зашел. Симметру вижу. Да. Гэнзи, как меня спалил-то вообще? У него здоровья-то вообще не было. Как я так зафейлил? Чё за трэш? Ладно. По крайней мере, моя команда не фейлит. Хорошо, ну может и фейлит, но пока захватывает, это ж. Хорошо. Понятно все. По крайней мере, объект А захвачен. Остальное не столь важно. Где тут кто? Одним героем меньше. Хилочку главное снял. Еще и перегрев до кучи. Да вы издеваетесь. Понятно. Давай-ка с тыла. А, тут уже всех раскатали. Как здорово. Так, прессуем. Ничего не успел попрессовать. Успел. Ой, она все равно резнула. Так, толстенький. Капец. Ну, пришлось. А, толстый! Выполз, гаденыш, а. Ну, сбегал за хилкой, паразит такой, пока тут с этим скуроёб, муроёб, блин, разбирался. Гном там творит дела. Сойдет. Гном. Что-то там какая-то возня. Окей.
Так, чё, кто меня хилил? Похильте еще. Погодите, не стесняйтесь. Давай-ка уйдем оттуда. Иди лесом. Так, уходим. Ну нафиг. Я там что-то как-то не в выгодной позиции был. Окей, как-то просто. Быстро и просто. Лучший момент матча. О, это кто вообще? Это вражеская трейсер. Чё ж ты такого вымутила-то? Бомба. Чё-то как-то, знаете, левиала. Ну, чего тут супердико лучшего? По-моему, были моменты поинтереснее, я так подозреваю. Но в любом случае... Неплохо зашли. На этом же тогда всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.